и пяткой вперед выводим, и в галоши, красивый, молодец, так-так-так, и пяточкой выводим, хорошо, так-так-так, и раз, два, и не шевелимся, нога самостоятельно, локоть в сторону, и три, прогнулись там, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и красивой пяткой вперед, хорошо, там, папа, не зажимай кисть, там, тарам, и раз, пяткой выводим вперед, пятка выворотная, три, и четыре, и так, так, куда ты идешь, пятка, колени вытянуты, колени вот дотянуты максимально туда, тати, тати, та. Тати, 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 тандю, тандю, вперед, тандю, тандю перешли. И растяжка, та-та-та-та-та-та, па-па-пам. И плечо держим, идем вниз, плечо держим, плечо не уводим. И теперь встаем, корпус встаем, да, и прогибаемся вот чуть-чуть. Ага. Хорошо, вытягиваем ногу и там папа. Все равно немножко разворачиваешься, но когда ты думаешь, я вижу. Это придет, это просто я удивляюсь. Это педагог должен требовать каждый день. Больше будет. То есть у тебя есть тенденция на разворот, как бы делаешь, да? Тут бедра должны быть как максимально ровно, плечи, бедра, да? Чтобы не разворачиваться. Ладно, хорошо. Сделаем так. Тандю, та-та-та. Плие, скок делаешь на пальцах. Сделаешь тандю на цели. И здесь делаешь скок такой на пальцах. Поставишь пятку. Тандю на цели. И такой скок на пальцах. И во все стороны то же самое. Та-та-та. Скок. И пассе. Попробуем отпустить ручку от палки. Поняла, да? Значит, тандю на цели. Потом такой, такой. Ну, как, вот как я люблю.